Я бы на вашем месте скрытии был очень осторожен. Я еще не закончил исследование местной пищи. Возможно, она будет для нас ядовитой. Не знаю, я поел на наши вещи, похоже. Да, определенно принадлежит к виду хавикус-чуганикус. Рекомендуется употреблять после термической обработки. Да и на сухую тоже сойдет. Главное, воды бы еще найти, и еще поинтереснее, и вообще хорошо. Скотти, Скотти, вам лишь бы лоб поесть, честное слово. И попить, попрошу заметить. Очень логично. Ладно, не в этом дело. Послушайте, коллеги, я тут наблюдал очень странные действия. Часть аборигенов по каким-то мне неясным причинам делали какие-то ритмичные движения под нечто, что можно назвать музыкой. Да, да, капитан. Это ритуальное поклонение местных аборигенов. Достигнув определенного возраста, молодежь начинает танцевать, интересоваться чужими культурами. Это что-то такое. Это сродни птицам еще, когда они танцы противоположный пол приманивают. А, вот это все понятно. Я заинтересовался. Предлагаю посмотреть поближе. Не вижу ничего нелогичного.